Москве состоялось совещание работников промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и сферы обслуживания Российской Федерации. Первый заместитель председателя Совета министров СССР Тихонов вручил представителям республики переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, которым Российская Федерация награждена по итогам всесоюзного социалистического соревнования в 1976 году. С докладом на совещании выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР Соломенцев. На совещании были обсуждены и одобрены социалистические обязательства трудящихся Российской Федерации по повышению эффективности производства и качества работы, досрочному выполнению народно-хозяйственных планов на 10-ю пятилетку и 1977 год.